Название Крыма происходит от тюркского «вал» – «стена». В годовщину воссоединения Крыма с Россией в Химкинской школе Лига Первых прошла встреча учащихся с директором Марианной Поляковой. Педагог рассказала об особенностях исторического и культурного единства Республики Крым и города Севастополь с Россией и о политических событиях, которые происходили на полуострове в 2014 году. Сегодняшняя беседа очень мне понравилась. Я узнала, даже уточнила некоторые моменты для себя, о которых не знала раньше. То, что Крым был подарен Украине, и то, что потом мирное население само выбрало стать частью России, вернуться. И я считаю, что это был очень смелый поступок, и жители поступили правильно. По словам Марианы Поляковой, аналогичные лекции на исторические темы в школе проходят регулярно, чтобы дети получали достоверную информацию от профессиональных педагогов. Я вообще считаю, что долг не только учителя, но каждого взрослого человека находить время, чтобы разговаривать с детьми не только, какую ты оценку получил в школе, но и о том, что происходит в нашей стране. Все мы граждане нашей страны с рождения. И важно, чтобы граждане давали правильную оценку того, что происходит. Отметим, что в марте 2024 года исполняется ровно 10 лет с момента событий Крымской весны. Тогда прошел референдум, на котором жители Крыма проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Позднее соответствующий указ подписал президент страны.